обсудить вопросы как системные, так и частного характера, помочь в решении разных ситуаций. На прием к депутату Государственной Думы Александру Толмачеву записались более 50 человек. Среди них не только жители нашего городского округа, но и соседних муниципалитетов и даже других регионов. Чтобы уделить должное внимание и время каждой ситуации, было решено провести прием в течение 2 дней. Первая встреча состоялась в школе номер 13 имени Джанибекова. Есть люди, которые помогают сейчас участникам специальной военной операции. Они, кстати, здесь в школе, мы тоже неспроста здесь сегодня собрались. Во-первых, эта школа ожидает капитальный ремонт, это не может не радовать. Поэтому мы здесь собрались, чтобы посмотреть, как было до и как будет после. Для тех, кто помогает специальной военной операции, они тоже здесь базируются в школе. Мы после приема с ними тоже отдельно пообщаемся. Ситуации разные. Где-то выход можно найти здесь и сейчас, либо необходимо время на решение. Однако ни одна просьба не остается без внимания. От услуг ЖКХ, заканчивая какими-то глобальными инициативами. И мы в данном случае приветствуем как первое, так и второе, потому что мы те, кто помогаем и ведем прием сегодня в команде. Здесь есть и специалисты с администрации, есть и муниципальные депутаты. С региональными депутатами мы тоже находимся на связи и в ежедневном контакте. Поэтому любой вопрос, который сегодня будет озвучен, он будет прорабатываться. Хотим, чтобы каждый человек был услышан, а главное и самое сложное – это решение этих вопросов, этих проблем. Анна Балиец, Сергей Максимов, Щелковское телевидение.